Всем привет! Ну, я не знаю, как вы, я уже по Оби соскучилась. Это я сейчас нахожусь в Оби Лахта. Посмотрите, сколько здесь орхидей. Здесь просто море орхидей. Может быть, конечно, они все не суперского этого окраса или там каких-то последних моделей, так сказать, сортов. Но их очень много. Видимо, еще с 8 марта остались. Тоже преобладание вот темных расцветок. Вот таких. Вот такая уже давно полюбившаяся мне. На самом деле, я уже так подозреваю, что здесь должно быть море уценоки, потому что уже пора уценять. Я думаю, что мы сейчас с вами и посмотрим. Вот это все уценка, можете себе представить, очень много. Даже такую уценили. 159 рублей. Ну, в основном, конечно, цвета нам знакомые, розовые да белые. Но, слушайте, вполне реальные цены. 199. Вот с двумя цветоносами даже еще он и цветет. 249. Ну, там желтенькая даже есть. Что-то у них тут темно. Лампы не горят. Не знаю, как видеосъемочка получится у нас. Так. Крашенки. Ну, посмотрите, сколько крашенка-то стоит. А! Упала, бедняжка. Она уже не держит цветонос. Ой! Даже интересно. А, ее даже еще не оценили. Нету ценника на ней. Так, ну, 249. Самая, по-моему, дорогая цена. Сейчас посмотрим. Смотрите, опять эти малыши, карандаши. Сколько стоят? Ой, 49 рублей. Ой, легкие такие, сухие совсем. Так, так, так. Ну, что тут еще? На самом деле очень много хороших там орхидей, еще не оцененных. Прям несколько каталок. Вот это вот навезли им 8 марта. Я что-то не поняла юмора, почему в нашем Оби на Парнасе орхидей такого количества не было. Это очень странно. Это очень подозрительно. От чего это зависит? Все-таки магазины одной системы. Так. Тут реально темно, слушайте. Шея, по-моему, у нее не очень. Это я про эту пятнышку. Больно хорошая она. Орхидейка сама. Так, миньки какие-то там есть. Давайте посмотрим, сколько стоит. Так, миньки 139 рублей. Ну, по-божески, по-божески. Еще даже и не умершие. Бывают такие вот. Ой, пакеты валяются. Под ногами прямо. Ну, одни розовые. Да белые, естественно. Господи, даже горшок упал. На орхидейку саму хочу посмотреть. Пересушена просто в камень вообще просто. Ну, это понятно, но рублей бы за 50 такую бы уже отдали. Раз такая пошла. Так, стакан упал ее. Ой! Ну да, они все 139. Так низко стоят, что
нагнуться. Это белое, наверное. Корни наращивать надо. Это понятно. Так поставить некуда даже. Ой, вам слышно, как я кряхтю? Не нагнуться. Так, тут что-то вообще листья, еще по две стрелочки было. 139. Ну, корней нет, вообще нет, да. Вообще. От слова вообще. Ну, такое впечатление, что это новый привоз у них. Свежак прям стоит. Может, у нас еще какой-то праздник, а я не в курсе. Много очень орхидей. Слушайте, ну это в пятнышку, она реально красивая, конечно. Но среди уценки я все-таки не рискну, наверное, ее там взять, потому что там очень плохие корни. $549 минки. О, какая ванда вообще. Какой цвет обалденный. Минички свеженькие. Хорошие корни у них вроде пока что. 689. Да, очень много вот таких. Очень. Прямо засилие какое-то. Тут тоже вянет уже. Бедняжка. Пакет с нее кто-то снял. Гипиаструмы за 700 рублей. Свежак привезли. Очень много цветов у них тут. Очень много. В общем, куча орхидей, конечно, несчастных. Не найти ничего мне стоящего среди этого. Взяла несколько штучек. Попыталась выбрать из них, как бы, ну, чтобы, может быть, хотя бы выходить их. Потому что все-то, конечно, не возьмешь. Есть, кстати, неплохие экземпляры. Но здесь что-то не пойму я, почему она тут стоит, не уценили ее. Есть неплохие и недорого. Но они белые, либо розовые. Мне, как бы, вообще не надо. Даже на работу у меня там тоже одни белые да розовые. Даже взять нечего. Есть вон желтенькая. Одна. Но в плачевном состоянии. Мне даже на работе ее будет не выходить. А дома мне просто некуда поставить. Белых очень много. И вот таких вот. Очень много уценки. Очень. Это все тоже уценка. Можете себе представить. Обалдеть. Смотрите. И не одна каталка. Разных еще причем цветов. Очень много миник оцененных. В крапушку он есть. В другую, но тоже.
и, естественно, белые. Если бы мне все бесплатно отдали, я бы, наверное, взяла бы все. Не знаю, куда бы их дела. Не знаю, вам бы всем, наверное, раздарила. На спасение. Цикламен так и загнулся в этой упаковке. Праздничный. Бедняга. Ужас. Вот нашла, мне нравится вот такая вот. Но она в таком состоянии. Я тут пытаюсь понять, смогу ли я ее реанимировать. Просто как там внутри у нее. Не начался ли процесс всеми нами знакомый. Корни уже, конечно, какие болтаются. Вот этот один хороший. Это полное наращивание корней. Вообще тут все сгнило уже. Лилии даже есть на распродаже. Тоже он лежат. Лежат они уже, стоять не в состоянии. Это желтая неуценка, ее просто поливают. Я бы ее, конечно, хапнула сразу. Ценник, конечно. Корзиночка, смотрите. Такой натюрморт. Что меня убивает. Посажена-то орхидея. Вместе с такими растениями-то, которые в земле сидят. Пока живая, но уже на уценочке. Да, я думаю, что работники этого обе, они реально не справляются, потому что у них очень много цветов. Больше, чем у нас, конечно, на Парнасе. Поэтому их можно понять где-то. Сотрудников, наверное, мало, а работы много. Поэтому вот так все и происходит. Я бы горшков взяла. Пустых. Из-под уценки. Это, наверное, новые привезли. Симпатичных свеженьких привезли. Цена у них вот это 1000 рублей, 999, округляю я, по 2 цветоносика. Есть очень даже симпатичные, есть такие хорошие прямо сорта. Взяла я все-таки такую уценку, которая из горшка выпала, и у нее там вообще шансов очень мало за 159 рублей. Ну, возьму, ладно. Я там и так уже набрала себе работы, так что мы будем с вами развлекаться. Смотрите, какой. Китайский домик. Среди зелени так красиво. Очень у них тут кактусы хороши. Такие прям на вид. Либо свежак привезли, либо прям, я не знаю, ухаживают, что ли. Смотрите, какие. Прямо
хорошенькие прямо все. Ну, в общем, это, давайте все в лахту. Смотрите, какое количество орхидей. Пока что есть еще что выбрать вот из этих вот тележечек. Можно там что-то себе по, это, понабрать. Ну все, наверное, показала вам по-быстренькому. Спасибо всем за внимание. Всем пока!